Смотри, какая парикмахерская. С водой. Зоологический магазин. Красиво так. Итак, мы посетили славянский храм. Давно планировали там побывать. Место очень красивое, святое, древнее. Сейчас я покажу вам здание, которое здесь есть. Архитектура просто поражает. Правда? Нереально просто. Смотри, какая красота. Ну и какие столбы сверху там. Что ты сейчас своим телефоном не могу понять? Что ты делаешь? Что ты делаешь, скажи мне, пожалуйста. Ты можешь как-то вообще не искать, когда ты приходишь в туристический город, просто смотреть, не сидеть в этой сети, как привязанная за глаза. Смотри, какая красота здесь. Вау. Это не здесь в прошлый раз выступала девушка? Не знаю. Нет, по-моему, нет. Это красиво. А? Это отель? Не знаю. Ну, на кафе поснимай, наверное. 4 звезды, да, это отель. Итак, сейчас наша задача забраться на холм. Я хочу посетить одно место, один замок здесь старинный. Сейчас мы подойдем к арене. Вот такие памятники здесь есть. Умберто Саба. Красивый город. А? Мы хлеб просили. Да? Это не хлеб, это Пасха. Вон, смотри, это сейчас к Пасочке они уже готовятся. Это все сладенькое. Эти я не сюда можно хотела, приходить. Такие вот витрины. Люди готовятся потихонечку. Сейчас будут праздники. Поэтому... Ну, а мы идем дальше. Сейчас память можно снимать. Так.
Нам вправо, да? А? Идем. Весь Триест, мы видим, находится под реставрацией.